Девочки мои прекрасные, сегодня вторник, а это значит, что у нас новый шопинг-влог. Ура! Я за эту неделю уже успела соскучиться. Единственное, что я не успела ответить на комментарии, потому что у меня была очень сильно загруженная неделя, но я все читала, я обязательно отвечу. Буду ждать новые комментарии под этим видео, какие образы вам понравятся, какие вещи вам понравятся. Мне всегда очень интересно читать, с вами обсуждать это все. Вот. И хотела вам сказать... Просто я в шоке. У нас уже почти 5000 подписчиков, вы представляете? Осталось буквально, по-моему, 20 человек, и будет ровно 5. Это шок. Конечно, с просмотрами это все равно не сравнится, потому что просмотров раза в 3 больше. Но как бы, ну а что? Ну что мы сделаем уже с этим? Я уже не понимаю. Поэтому я радуюсь вообще безумно просто 5000. Это очень круто. Я не ожидала, если честно, что мы... Вот на таком этапе дойдем до такой цифры, да, девочки. Мне будет, конечно же, очень приятно, если вы еще больше начнете подписываться, потому что мы тогда быстрее достигнем цифры 6, 7, 8 и уже 10. Я прямо жду цифру 10. Девочки, подписывайтесь не только на мой YouTube-канал, но еще и на Telegram, и еще на запрещенную соцсеть, потому что... Рассказываю. В запрещенной соцсети у меня очень красивые образы. Выкладываю рилсики. Так что, если вы не знаете, например, как одеться, вы можете зайти в мою запрещенную соцсеть, быстренько посмотреть там образы, выбрать себе что-то похожее, что из того, что у вас есть, и быстренько одеться, нарядиться и пойти. Это же так удобно. Я считаю, что это просто супер. А в телеграм-канале моем там вообще кладезь просто находок. Поскольку онлайн шопинг намного проще офлайн шопинга, там у меня просто невероятное количество возможностей искать для вас находки изо всех магазинов, которые только у нас есть, и всегда все самое красивое. То, что я люблю, то, что мне нравится, я туда выкладываю только это. Пишите мне всегда, я всегда очень рада вам ответить. Приступаем к моему образу. Футболка, это манго. Я ее покупала в физическом, по-моему, магазине. По-моему, ссылочку вот у меня на нее нету. Шикарнейшая. Она такая немного прозрачная. И я одела топ-лиф, чтобы ничего не просвечивало. Но при этом это выглядит очень стильно, когда этот топ просвечивается. Мне очень нравится, когда такой приемчик стилизации. Потому что вроде, казалось бы, ты просто в обычной футболке. Но с другой стороны, вот здесь изюминка такая. И уже вещь более интересно смотрится. Я такое люблю. Очень минималистичная, аккуратная. И чтобы выглядело дорого. Далее у нас идет лонгслив, это тоже манго, он тоже полупрозрачный. Решила одеть сюда тоже с такой же текстурой, чтобы подходило к футболочке, чтобы он тоже выглядел легеньким. А, ну я вообще total манго тут, можно сказать, если честно. Сама только сейчас это поняла. Значит, шорты тоже манго. Они полностью из сатина плотного. Такой у них цвет какой-то красно-бордовый. Очень мне нравится, приятный. И у них идет акцентная деталь. Спортивный вариант, при этом они из сатина. И сразу выглядит очень тоже интересно. Их я тоже покупала в физическом магазине, их я покупала с вами, если вы помните. Но ссылочки на них тоже не было, я их нигде не смогла найти, хотя я их мониторила для вас. И сумочка моя любимая, это уже Zara. Сумочка шикарнейшая, я заказывала через Байера своего, через которого заказываю все время Zara. Значит, в своем телеграм-канале я оставляла контакты. Если кому нужно, переходите и поищите там. У меня будут фотографии с этой сумкой и с остальными моими покупками из Zara. Вот. Так что там полезно очень. Дальше. Сланцы. Сланцы. Вы все время про них спрашиваете. Я все время отвечаю. Это Havaianas бренд. Они на такой небольшой платформе. Это самые удобные сланцы в мире, потому что они единственные, вообще не натирают мне. Мои любимые, у меня две пары одинаковых. Сланцы сейчас супер стильные, супер актуальные, как вы знаете. Недавно я, кстати, купила себе белые сланцы. Бифри очень красивые. Ссылочки оставляла на них в телеграм-канале. Тоже переходите, они очень красивые. Прям у них форма такая квадратная, стильная прям. Вот такой образ у меня сегодня, потому что жара на улице. И, как всегда, у меня полуспортивные они. Я люблю спортшик, вы знаете. А, и очки. Очки, кстати, забыла. Это Yves Saint Laurent. Вот очки я покупала в цветном. Ну, точнее, мне их Саша подарил. Точнее, как я ему сказала, я хочу эти очки.
и пошла покупать. Вот, очень красивые очки. Ну что, поехали с вами в шопинг-влог, и скоро с вами вернемся обратно в примерочную уже в красивых образах. Девочки, зайдем в Манго. Я приехала в Метрополис. Посмотрим новую коллекцию. Классные слинбеки. Под винтаж сделанные. Прямо я в восторге. Люблю такое на маленьком каблучке. Такой ремень. Увесистый. Очень вытянутый мыс. Длинный. Прям шикарный. С джинсами. Я прям представляю. С голубыми будет очень красиво. Так, они стоят 9. Прям крутецкие. Надо их брать, обязательно примерять. Вот эти классные топы, кстати. Мне нравятся топы бандо с красными полосочками и тут с синими, более мелкими. Стоят 1400 рублей. Топы бандо сейчас супер актуальны. Мне кажется, вот такие интересные разбавят любой образ базовый. И вижу такие сережечки с морскими звездами. Тоже прелесть. Стоит 2300. Классная. Как акцентный такой аксессуар. Девочки, прервемся на рекомендацию от меня. Я хочу вам рассказать о крутейшем просто продукте, который решил мою проблему, которую решить не мог никто. Правда заинтриговала? Я сама, если честно, до сих пор в шоке. Рассказываю. Где-то год назад у меня появились высыпания на лице. И они то проходили, то появлялись на этих же самых местах. Было понятно, что нужно какое-то вмешательство. Я уже и поменяла уходовую косметику, и к косметологу ходила, и делала курсы плазмолифтинга, и что я только не делала, ничего мне не помогало. Я еще, кстати, сдавала все анализы, делала чекап, у меня все в порядке по анализам. Но на лице как бы не все в порядке, и питание у меня достаточно чистое. В какой-то момент я уже не понимала, что мне с этим делать. Я жаловалась своим подружкам, и одна подруга мне порекомендовала купить шелковые наволочки. И я такая, зачем? Что? Вряд ли мне это поможет справиться с проблемой, с которой даже косметолог не смог справиться. И я действительно вычитала в интернете, что если спать на шелковых наволочках, то через какое-то время лицо должно очиститься и высыпания должны уйти. О чудо наволочки, подумала я. Ну и, конечно же, как человек, у которого никогда не было высыпаний на лице, хочется пробовать все и сразу. И, конечно же, я заказала эту прекрасную наволочку. Ну, посмотрите, она просто нежнейшая, она такая мягкая. На ней спать очень классно, и она как будто прохладная всегда, когда ты ложишься. Просто вообще восторг. Сплю я на этой подушке уже 3 месяца и вижу сильные изменения на своем лице. У меня тон кожи стал ровнее, высыпания, соответственно, ушли. И она как-то изнутри прям действительно светится, более здоровый вид лица стал. Но я, конечно, не ожидала такого результата. Девочки, бренд наволочки называется Iris Silk. Я еще, знаете, что я вычитала? Вот я этого не знала. Когда вы на ночь перед сном очищаете лицо, там намазываете кремами, всякими сыворотками, и вот эта уходовая косметика, пока вы спите, впитывается вся в хлопковую наволочку и, соответственно, не действует на лице так, как должна действовать. А с шелковыми наволочками все да наоборот. Они, оказывается, не впитывают в себя косметику, и вся уходовая косметика остается на вашем лице, и, соответственно, всю ночь, пока вы спите, все эти продукты впитываются именно в вашу кожу, в ваше лицо, и начинают с ним работать. И тут я тоже, кстати, заметила результат. И сейчас у меня более увлажненное лицо от одного и того же крема. Все это, вы представляете, работа этой наволочки от бренда Iris Silk. В общем, я теперь отлично выгляжу после сна. И, кстати, эти подушки не оставляют заломов. Я обычно всегда просыпалась, у меня тут вмятина по всему лицу, и я вся вот непонятная. А теперь я просыпаюсь вот с таким лицом свежим. Я вам забыла сказать про хлопковые наволочки еще. Оказывается, в них живут клещи, очень хорошо скапливается пыль. И вот, соответственно, это и вызывает воспаление. До этого у меня уже был опыт использования шелковой наволочки, но после 5-й примерно где-то стирки я ту наволочку выбросила. Потому что, во-первых, она пошла катушками, что не должно быть вообще. И она выстиралась, то есть выстирался цвет. Когда я уснула первый раз на этой наволочке от бренда Iris, я почувствовала разницу сразу. Во-первых, тут очень плотный шелк. Во-вторых, я ее стирала уже 100 раз, и она не поменяла своих свойств,
ни на капельку. И блестит, и светится, как новое. Как будто я ее только купила. Переходим теперь к маске для сна. Я ее купила следом за наволочкой, потому что мне очень понравилась наволочка. И я решила, что мне нужна эта маска тоже от бренда Iris Silk. Тут даже вот так мило написано. Iris Silk о любви к себе. Вожу с собой в путешествие, сплю в самолете. Это круто, когда есть личная маска. Я не люблю вот эти одноразовые. А это мягкая, комфортная, просто восторг. Она тоже из натурального шелка. И ее плюс. У нее 3 слоя спереди шелка и 3 слоя шелка сзади. И плюс к этому она набита изнутри шелком. Я знаю, что другие бренды используют шелк с одной стороны только натуральный, а с другой стороны искусственный шелк, чтобы сэкономить. А набивают некоторые синтепоном. И от искусственных наполнителей не дышит кожа и может появиться аллергия. В общем, я влюблена в этот бренд. И посмотрите, как она красиво переливается. Точно так же, как и подушечка. Ну и стирала я ее уже, естественно, тоже много раз, потому что я с ней летала. Ну, в общем-то, она в идеальном состоянии, как будто новая, такая же, как и наволочка. Просто качество на высоте. Прекрасные резиночки, я их заказала вместе с маской, они тоже из натурального шелка. Уже давно слышала, что шелковые резинки не ломают волосы, что они очень плотненько прижимают их и не остается заломов. Плюс ко всему, у них очень хорошее качество. У меня уже на самом деле были такие резинки, только других брендов. И они тоже быстро пришли в негодность. А эти нет. Тоже выглядят как новые. Идеальное качество всего. Так что резинки шелковые очень-очень удобные. Плюс, кстати, спать в них очень комфортно. При этом плотно и хорошо держат все прически, хвосты. Идеальные резиночки. Черные взяла, потому что базовый цвет. И приятная новость для вас, для моих девочек. Поскольку я стала постоянным клиентом бренда Iris Silk, у меня есть свой личный промокод на скидку 7%. Вики7, пишу для вас на экране. Это секретный промокод, то есть на сайте, где-либо еще вы не найдете промокод выше этого. А мы с вами едем дальше в шопинг-влог. Такие сережки классные тоже есть. Цветочки прозрачные. 3500. Топ миленький нашелся тоже, такой хлопковый, с полосочками, бантиками, всякие рюшечки. Прекрасно, я бы его носила, спускала бы с плеч, тоже красивый. 5000 стоит. Значит, топы такие, маечки на тоненьких лямках, в рубчик. Знаю, что вы в поиске таких. 1800 стоит. Серый хороший цвет. Здесь есть серенький, а есть черненький. Тоже надо примерить. Люблю наслаивать их друг на друга. Очень классный прием. Образ выглядит сразу более интересно. Вот, так что рекомендую вам, если брать, то брать комбо. Можно в разных цветах. Кстати, в своем телеграм-канале выкладывала на днях прям очень красивые такие же маечки, только они были полупрозрачные и в розовом цвете. Такой красивый там был, я вообще в восторге. Прям рекомендую вам заглянуть и рассмотреть их, потому что там ткань прям тоже актуальная, как сейчас, полупрозрачная. А если их наслоить друг на друга, то ничего там не будет просвечиваться. Такие очки белые нашла. Прикольные. Белые очки мало где вообще есть. Слушайте, может, я их и закажу себе, потому что я давно хотела себе для образов белые очки. А белые очки в образах смотрятся прям эффектно обычно. Такие они, знаете, молочный цвет. Даже сейчас мне подходят. Хорошки. Так, очки у нас стоят 3300. Прям мне нравится. Тоже нашли, смотрите, топы с акцентной полосочкой. Ну вот я не знаю насчет красного, а синенький мне прям очень понравился. Они хлопковые вроде, такие приятненькие очень. Интересные. Стоит 2300. Очень понравился вот этот клатч в виде яйца. Очень красивый, перламутрово переливается. Прям шикарный. Я такие особо никогда не любила, но этот прям
очень крутой. Базовые полупрозрачные маечки. Да, я даже знаю, что вы знаете, где мы их с вами примеряли в предыдущий раз. 1800 рублей тут стоит. Вот такая красота нашлась. Мы с вами любим и прозрачные маечки, и прозрачные лонгсливы. И еще черные. Серый, к сожалению, нет, а я бы очень хотела серый цвет. Взяла, в общем, примерить их. Посмотрим. Такая красивая футболочка с ракушкой. Смотрите. Мое настроение опять отправиться на море. Это уже она по распродаже у нас идет. Ну, в общем-то, новых вещей немного. Пойдем мерить то, что я набрала. Так, девочки, смотрим. Я одела слимбеки и платье из трикотажа. Вы знаете, что я обожаю такие мини-платья, потому что они тоже базовые, минималистичные. Такие платья подходят как на вечеринки, так и на прогулки. Я за это вот их и люблю. А это платье, оно из трикотажа. И платье из трикотажа очень комфортное. В них ходить просто безумно удобно, не жарко. И они, мне кажется, в трикотажном варианте выглядят более дорого, чем в каком-то другом. И у них здесь деликатные тоненькие-тоненькие лямочки, что добавляет ему какой-то эстетики дополнительной, что ли. Классно, что я слимбейки решила к нему одеть белого цвета, потому что они делают акцент и разбавляют образ. Выглядит супер. Мне кажется, на загорелом теле белый вообще самый выигрышный цвет. Но они, конечно, очень красивые. Мне понравились безумно. Взяла бы себе, но у меня уже есть белые слимбеки. В общем, такая красота. Очень вам рекомендую рассмотреть такой вариант. Он простой, универсальный и секси. Так, посмотрите отдельно, как красиво выглядят удлиненные мысы. Это вообще... прям ножка такая более утонченная сразу. Красиво. Всем брать срочно, девочки. Так, платье примерила в размере S. Оно мне как раз стоит 4800. В общем-то, обожаю. На них жакеты одевать супер оверсайз. Тоже будет супер эффектно смотреться. Девочки, вот как я предлагаю носить подобные топы, наслаивать друг на друга. Мне кажется, это очень интересно, намного интереснее, чем просто одеть один единственный топ. Вот, решила оставить с этими шортиками, потому что из низов я взяла тут только один, ничего больше красивого не нашла. Тут очень много распродажи, поэтому... так я бы ходила. Я бы, конечно, возможно, бы заменила вместо серого одела белый такой, но такого белого нет, к сожалению. Но они мне велики, кстати. Это размер S, а тут в плоти есть до размера XXS, а в наличии не было. Себе бы я заказывала размер XXS, скорее всего. Базовых топов много не бывает. Они подходят под любой случай, кроме торжества, скорее. Поэтому берем без раздумий. Главное найти свой размер. Топы в рубчик. Очень хорошенький, приятный к телу. Так, дублирую вам артикул. Артикул, если что, вот реф. Стоит 1800. Это серый. Видите, есть XXS. Вот было бы супер, если бы они были в наличии, я бы их сразу же взяла. Топ оказался мне велик. Не помню, какой размер взяла. Посмотрим после того, как я его сниму. Но он очень красивый все равно. Я его прям представилась. Он меня обтягивал. Тоже такой секси вариант с джинсами. Очень нравится мне джинсы клёш. И, соответственно, единственное, что мне понравилось в этот раз в магазине, это только этот низ. Больше ничего отдельного не увидела. Вот, а джинсы клёш смотрятся супер эффектно, в принципе, с разными топами. И, конечно же, с мюллями, со слимбеками, с удлиненными мысами тоже максимально эффектно. Рекомендую вам попробовать это комбо. Вот именно удлиненные мысы должны быть. И клёш. Можно незначительный клёш, как у меня. Можно прям супер клёш. И так будет смотреться очень красиво. Просто выбирайте то, в чем вам будет комфортнее.
Что я знаю, не все любят суперобъемный клёш. Мне нравится и тот, поэтому... Вот. Единственное, что мне очень понравились эти джинсы, они суперские, но я не люблю обрезные джинсы. Я люблю, когда прошиты. Вот, поэтому даже не знаю. Но сидят они шикарно, выглядят шикарно, цвет у них тоже очень хороший. Отлично. Ну, это вообще мне очень сильно велико все везде, я не понимаю. Просто везде. Как я так брала размер? Может, не было просто. Вот, но визуально вы видите, как красиво это смотрится. Нарядно очень. Я, конечно, в восторге от таких образов. Вот он сзади должен как бы вот так вот сидеть. А джинсы шикарные, конечно. Очень люблю клёш. Топ, кстати, самый маленький размер. Размер S. Как так? Может быть, это ошибка? Это брак? Стоит 5000. Слушайте, ну, непонятно. Непонятно, девочки. Так, а тут вариант вот этих полупрозрачных маечек, да, которые мы с вами уже мерили давным-давно в таком варианте. Только вместо черной была серая. А я не хотела их мерить, потому что мы уже это видели, но в целом-то решила, что все равно больше нечего. Интересно посмотреть, как они будут выглядеть. Опять же, тут история с наслоением. Мы с вами сразу видим, что это выглядит интереснее. Например, если одеть просто одну белую или одну черную. Вот. Плюс они еще такие полупросвечивающиеся, а если два слоя, то как бы все супер выглядит. Я их завязала на два узелка. Можем попробовать развязать. То есть они более короткие, чем в лайме, по-моему, насколько я помню. То есть можно их вот в таком варианте, конечно же, носить. Можно их связать вдвоем. Вообще как угодно. Вот, хороший вариант на лето, чтобы смотрелся образ интереснее. Но тут в этом бы случае я все-таки бы, наверное, их завязала, потому что чтобы животик было видно. Так поаккуратнее будет смотреться. Такой материал приятный очень. Показываю вам отдельно белый вариант. Одела обратно лиф. Так вот тоже выглядит. Можно, кстати, не завязывать, знаете, а иногда под лиф заправлять. Сейчас. Ну, что-нибудь такое. Не знаю, не могу сейчас заправить удачно. Вот. Так тоже красиво смотрится, потому что, опять же, видна некая многослойность. Мне нравятся такие образы очень простые и лаконичные. 38 размер идеально, потому что они с эластаном, поэтому они меня облегают хорошо и не давят нигде. 6000 стоит. Цвет у них хороший, мне нравится. И клёш минимальный прям. Так, что топы, XS, ого, XS примерила, сама даже не знала, 1800, это черный, хорошики. И, конечно же, красотули слинбеки, боже, ну они шикарные, что сказать. Так, вот тут я что-то ценника не вижу, кажется, я взяла без него. Непонятно, где этот артикул. В общем, я их вам снимала уже. Наверное, я там сняла артикул. Ой, девочки, пошлите в Тумут сходим. Давно мы тут не были. И витрина тут у них в Метрополисе такая красивая. Вообще.
Смотрите, какое платье-то шикарное. Я не видела. Очень, очень мне нравится. Макси, наверное, или миди. Кстати, не знаю. Так, стоит 19 980. Блин, прям очень понравилось. Смотрите, еще такой есть формат тоже трикотажного платья мини. Что с такими лямочками. Мне, кстати, тоже очень нравится этот крой. 13 980. Топы прозрачные, о которых мы только с вами говорили. 3 980. Такой материал тоже очень классный. Люблю. И юбка рядом. Боже мой. Она чем-то набита. Что вот она держит объем. Выглядит, конечно, эффектно. Так, 12 980. Но я вам сейчас покажу цвет, который мне больше всего понравился из этих юбок, из варианта. Еще топ такой. Тоже фонарики тут стоячие такие. Ой, как это красиво. Топ стоит 7 980. Боже, девочки, это вообще как красиво. Принт с ягодками. Шортики, да, пижамные, уличные, какие угодно. Очень красивые. Вообще в восторге. Они стоят 7 980. Красота просто. Футболочка Love. Я вам, кстати, уже снимала. И штанишки такие же. Просто что за восторг. Цветочек еще тут есть. Очень мне нравится. Такие нежно-розовые. А платье, кстати, мне вот это очень понравилось. Такой бело-молочный цвет с розочками. Принт самый красивый. А еще вот такой крой есть с пуговками. 16 980 стоит. Блин, какой кайф. Есть еще штанишки с лонгом из этого материала полупрозрачного, только в розовом цвете сейчас увидела. Надо найти в белом. Хочу взять. 6 980 стоит. Просто супер. Так, еще в белом цвете. Ну, мне, конечно, понравился вариант с незабудками в белом цвете. Он прям красиво выглядит. Очень интересно. Мне бы для фото. Я уже представила, как красиво будет. Пижамные штанишки с незабудками есть. Тоже красивые. Блин, такая коллекция классная. Рубашечка. Так, любимейшие рубашки. Мне кажется, я уже снимала, кстати, этот цвет, но не помню точно. Вот это вот очень мне понравился. 14 980. Мне кажется, я ее примеряла. Очень удачный принт. Очень удачная клетка. Вот она градиентом таким идет вниз. Нет, девочки, вы вообще были здесь? Мне интересно. Тут так классно. Такой магазин огромный. Очень красиво. Прям рекомендую. Здесь еще есть кафе Тумут. Этот купальник, кстати, мне прям сейчас понравился очень. Такой легенький. Не знаю, сколько стоит. Ну, выглядит супер, и черный тоже. Топ. Понравился очень. Такой у него крой под винтаж. Может быть, здесь есть не в красном цвете. Интересно. Стоит он 6 980. Надо подумать. И юбочку такую взяла в примерочную. Сейчас вы увидите, какая там фишка в ней есть. Стало интересно примерить. Здесь топы в тонких лямочках есть в разных цветах. Белый, серый видела. 2 980 стоит. Слушайте, хорошие. Заранее вам сниму, что если что, такая же юбка есть в черном цвете.
Девочки, я это называю настроение все белое. Просто. А единственное, взяла штанишки и шортики эти. Девочки, ну это вообще просто, что за прелесть. Очень красивые штанишки. Ай, как я люблю пижамные брюки, вы бы знали. У меня их уже очень много, и я никак не могу остановиться. Мне нравится ходить в таких по улице, ничего с этим сделать не могу. Бозочки. Эти очень милые. С ягодками вот у меня еще нет. Так что я думаю. Так, смотрим. Я беру сумочку красную, которая у меня сочетается с цветом клубничек, малиночек. И получается, что у нас готов образ. Так, подворачиваем штанишки и в путь. Выглядит прям вот супер. Я стояла со своей футболкой и с лифом. Очень красиво. Очень, очень-очень. Так, надо почаще в Туму заходить. То я последний раз, мне кажется, была тут, когда была в цветном. Снимала вам из цветного влог. Примерила в размере S, стоит 11 980. Шортики и топ одела. Тут тоже такой немножечко прозрачный, и с лифом тоже смотрится красиво. Шорты объемные, это плюс большой. Люблю такое. Их, конечно, можно натянуть, чтобы они были покороче. Вот они стоят. Мне нравится очень эта коллекция. Просто я в восторге, девочки. 100-500 раз уже сказала, насколько я в восторге. Обращаем внимание обязательно на эти вещички. Шортики стоят 7 980. Примерила в размере М. Они мне тоже как раз, резиночка держит и на штанишках, и на шортах хорошо. Штаны шикарные, просто я влюбилась. Да, они, конечно, прозрачные, но для тех, кто переживает, я взяла длинный лонгслив. Ходить будем на отдыхе в них. Я бы попробовала их как-то интегрировать в городскую жизнь. Надо подумать, как это можно сделать. Одеть телесное белье. И был бы кардиган такой, знаете, длинный сзади, чтобы можно было прикрывать. Вид прекрасный. Так, оставила я сейчас стопом. Хотела посмотреть, как это смотрится в комбо. Мне очень нравится. Сейчас надену лонг. Так, топ на тоненьких лямочках в размере S. Стоит 2 980. Очень понравился мне, классный. Он не кипельно-белый, мне кажется, он немного молочный. Прям шикарный. Такой вариант получился с лонгом. Но, девочки, хочу сказать, что я бы носила его, конечно, вот в варианте завязанном. Мне не сильно нравится, что вот тут как-то просвечивает. Мне очень нравится, когда вот так. Кардиган действительно будет идеально смотреться. Мне очень сильно нравится. Прозрачная одежда выглядит прям всегда дорого, элегантно, стильно. Лонг стоит 6 980. Да, стопы мне однозначно нравятся больше. Правда, мне принесли размер L, но это был последний. Даже скупили все эти маечки. Но в целом, как бы, мы все равно хотим носить его как расслабленный вариант. То даже размер L в целом смотрится хорошо. Да, сейчас я вам покажу, какой он по длине. Такой вот вариант. Так мне больше нравится намного, чем с лонгом. А
вам как больше нравится? Выглядит супер, прям. Девочки, мы не забываем, что мы можем наслаивать такие комплекты тоже друг на друга. В каких-то либо других цветах, либо в таких же. То есть я делаю прическу объемную, чтобы не знаю, что. Топ в размере L стоит 3980. Ой, девочки, платье просто шикарное. У него регулируются лямки. Оно очень нежное. Точки эти переливаются все шелковым отблеском. И сзади лямочки регулируются как угодно. То есть в любом случае затягивается бантик, а лямки тянутся именно вот отсюда сверху. В общем, это платье прям очень красивое. Вот оно такое прям деликатное, минималистичное тоже. Красивое. И ткань это прекрасная. Так, платье в размере XS, 100% вискоза, это вообще топ, стоит 19 980. Так, помните, я вам сказала, что в юбке есть секретик? Очень классная история такая. Юбка с одной стороны сразу превращается в какую-то суперинтересную с деталью. Мне понравился этот вариант. Можно. Мне нравятся, кстати, такие юбки носить с рубашками, с клетчатыми, дедовскими. Очень прикольно смотрится со свитшотами. Вот с футболкой, например, как я одела. Футболки обожаю из Тумут, вот честно. Они просто супер плотные. Максимально, я обожаю плотные. А, тут вышивка, а сзади принт такой классный. Мне понравился. Вот прям так выходила. Мы любим спортивным образом. Разбавленные такими милыми юбочками. В общем, класс. А помните, я вам сказала, что юбка есть такая в черном цвете еще? Футболка в размере S стоит 7980. Вот с топом такой вариант получается. Тоже хорошо. Блин, мне уже настолько наслоение голову забило, что я уже думаю в голове, как бы наслоить белую юбку с черной. Ой, все. Это уже наслоение головного мозга началось. Ну, такая вот прелесть. Блин, конечно, всего магазина не перемерить. Я бы перемерила намного больше. Хотела еще взять белое платье с розочками, забыла. Представляете? Ладно, в следующий раз с вами сходим примерить его. Юбочка в размере M стоит 12 980. Вот посмотрите, еще на первом этаже есть кафе, и можно сразу выйти из Метрополиса. Это вообще шик. А мы пойдем с вами в следующий магазин. Конечно, просто невозможная красота тут. Буду думать над покупками. Так, в Метрополисе, оказывается, открылась La Moda Sport. Помните, мы уже с вами ходили в центре Москвы, я вам снимала. Я в восторге, девочки. Это открылся бренд Embody. Представляете? Очень красиво. Вы только посмотрите на это. Вау. Шла-шла и увидела. Я выкладывала в свой телеграм-канал уже этот бренд. Смотрите, какие сумочки. А, просто прелесть. Очень красиво. Такие коллекции с ракушками здесь. Боди-топы всякие, платьишки, боже. Какие комплекты. А, ну и вот это, конечно, пик программы. Вот это я выкладывала, очень красивое платье. Просто вау.
А я выкладывала это, когда они только вышли, эта коллекция. Очень красиво. Так, ладно, мы сюда придем с вами мерить в следующий раз. А стол? Боже, я не была в Метрополисе всего пару месяцев. Что произошло? Вместо Лайма открывают Love Republic новый. Вместо Be Free открыли Лайм. Зарину заново открыли. А где Be Free? Я шла туда. Я надеялась, что его заново открыли. Господи, что, все дороги ведут в Лайм, получается? Вообще, я не планировала сегодня заходить, потому что мы в прошлый раз тут были уже. Но если вдруг, давайте я быстренько, если что-то красивое найду, отдельно вам сниму. Еще хотела в Севу зайти. Таких пупсиков я не видела. 1600 рублей. Такие красивые топы. Потом к ним еще есть кардиганчик и шортики. Значит, был такой в голубом варианте, точнее, с голубыми цветочками, но теперь с розовыми еще есть. 2600 стоят. Я вот не видела, кстати, его. Шортики просто супер. Я очень люблю такой стиль пижамный. 2000. Есть еще топ розовый. И шортики такие же розовые. Ну все, все остальное я вам уже снимала. Так, девочки, мы пришли в село. Дошла я до него. Лонги классные, сразу говорю, прозрачные. Очень мне нравятся. Нежные, супер тоненькие, прям вообще какие-то очень. Но мне нравится это. Рюшечки. Горло, по-моему, немного продолговатое. И стоит 2000 рублей. Отличный лонгслив. Маечки я вам снимала в прошлый заход, и эти понравились мне по качеству, по плотности. Цены нету. Вот, сейчас тоже на них обратила внимание. Вот эти джинсы висят прям рядом. Вот они манят меня. То, что у них бежевый оттенок. Я люблю такие джинсы. Прямой крой, такие они, ну, плотненькие, да. Надо, конечно, мерить, чтобы понимать, как они сидят. Так, они стоят 4000 рублей. Юбочку такую нашла в рубчик, интересно. С деталями в виде швов. Серый цвет приятненький. Слушайте, может и прикольно. И вот футболка в комплект. А, надо бы тоже как будто бы померить. Непонятно. У меня уже столько юбок длинных. Мне некуда одевать, конечно. А вот цена 2600. И есть еще темный такой графитовый цвет. Сзади разрез есть. Конечно, без разреза бы хотела. Розовая маечка есть такая приятная, в рубчик. Правда, она вот тут вот с дырками этими, для меня минус. 1600 рублей стоит. Ну вот, будто бы прикольная еще юбочка есть, с контрастными швами. Ну вот, не знаю, сильненько в образах будет смотреться. А вы знаете, как я люблю прострочку. Блин, может эту юбку померить все же. Так, это L. Сколько она стоит? Так, юбка стоит 3800. Она из натурального льна. Нет, ну а что? Вообще красиво. Очень даже. Мне еще так цвета супер подходят к этой юбочке. Интересно. Так, она, значит, вот миди, но я бы хотела какую-то ее чуть короче. Чуть-чуточку еще прям, не понимаю. Не, выглядит класс. Она еще изо льна, мне не будет жарко. Вообще.
вообще не видела таких юбок изо льна стильных. На мне, кстати, размер S. Может быть, мне просто стоило взять XS, чтобы она сидела повыше. И тогда она будет покороче. Но мне-то нравится, когда у меня животик видно. Вы же знаете. Поэтому, наверное, лучше так оставить. Крутая. Так, девочки, дублирую. Юбка 3800. А есть тут артикул где-то? Не понимаю я. В общем, если найдете... А, вот же он. Артикул, если что. Юбочки. И примерила я в размере S. Такая вот хорошка. Девочки, ну что, все, до следующего вторника. Пишите какие-нибудь, может быть, бренды, куда надо съездить, потому что я часто забываю, а у нас их так много, а я еду в свои самые любимые магазины, потому что только они мне в голову приходят. Вот, поэтому буду читать, отбирать, поедем с вами какие-нибудь еще съездим магазинчики. И обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, не только на YouTube. На YouTube обязательно вообще подписка должна быть у вас. Причем в соцсети очень красивые образы, не забываем. А еще, кстати, забыла, что... Девочки, я забыла вам сказать, что запрещен в соцсети. Я еще постоянно анпакинги снимаю. Мне вещи приходят, и я снимаю анпакинги. Вот. В Телеграме ссылочки на вещи, а в запрещен в соцсети анпакинги на эти вещи. Жду вас везде. Целую, обнимаю.